156 дней осталось до празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в районном историко-культурном центре прошел пленум Совета ветеранов Ленинского округа. Также участники пленума подвели итоги уходящего года и выбрали нового председателя организации. На пленум помимо членов организации были приглашены заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, председатель областного совета ветеранов Виктор Пикуль, представители органов местного самоуправления и общественности. На повестке дня несколько вопросов. В числе главных – подготовка к празднованию 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Московской области, в каждом муниципальном образовании, во всех ветеранских организациях, практически во всех общественных образованиях составлены планы подготовки к этому славному юбилею. Сейчас на территории Ленинского округа проживают чуть более 60 участников Великой Отечественной войны. Немного их и во всем Подмосковье. Виктор Пикуль рассказал о ряде мероприятий социального характера, которые будут реализовываться, чтобы каждый ветеран мог встретить День Победы максимально комфортно. Взять на контроль и сделать все, чтобы каждый человек, фронтовик, а их в Московской области чуть меньше 4000 проживает на сегодняшний день, был под особым контролем и вниманием со всех сторон, с точки зрения медицинского обеспечения. Тема решается так. За каждым фронтовиком персональный врач. Также на пленуме был избран новый председатель Совета ветеранов муниципалитета. Им стал Сергей Байков. А новую структуру местный совет старейшин при Совете ветеранов Московской области возглавит Василий Мартынчук.